Серьги на месте, кольцо на месте. Значит, ограбление мы исключаем. Раны повреждений на теле нет. Обрати внимание на полосы на запястьях. Следы от веревки связывали. Пятна бурые на рубашке. Кровь? Если и кровь, то не ее. На теле не царапинки. Ребят, санитары, тело можно забирать. Насморк замучил. По крайней мере, вони вот этой не чувствую бесконечно. Ну вот тогда поиском сокровищ замерзла ты. А я пойду побеседую с местными. Может, вместе с телом могли сбросить и какие-нибудь личные вещи. Ты что, издеваешься? Здесь не то, что иголка в стоге сена, вся же травинка в стоге сена искать. Ты обрати внимание на этот платок. Он слишком чистый, чтобы лежать здесь давно. Я ушел. Пластик. Бедный Юрик. В розыск девушку не объявляли. В базе ее пальчиков тоже нет. Не повезло. Иван, а ты чем порадуешь? Программа распознавания лиц нашла этот ролик. Ходит по сети третьи сутки под заголовком «Сатанинская месса пошла не по плану». И что это было? Пранк. Шутка, розыгрыш. Пишут, что первоисточник видео, закрытая группа «Славные ублюдки», она уже удалена. Так, свяжись с сервером, попробуй восстановить данные. Мне нужен список этих славных ублюдков. Смерть девушки наступила 4 дня назад от внезапной остановки сердца. Что спровоцировало приступ? У нее врожденная патология кровеносных сосудов, а в крови огромное количество адреналина и кортизола. Гормон страха. Да. Можно предположить, что она испытала сильный стресс, что вкупе с патологией привело к инфаркту. Вот хочу тебе кое-что показать. Мы думаем, что это розыгрыш, и девушка участвует в нем, как ничего не подозревающая жертва, принимая все за чистую монету. Зрачки расширены, губы дрожат, учащенное дыхание. Похоже, ее действительно напугали до смерти. А как точно они имитируют отравление? Если бы я не знала, что это розыгрыш, я бы предположила, что это отравление нейротоксином. Выглядит так, как будто у них сильные рези в животе. К счастью, это все понарошку. Это что? Бедный Юрик, череп со свалки. Между прочим, очень похож на череп, который мы видели на сатанинском видео. Вот и решаем. Быть или не быть, тот или не тот. Угу. Я вижу, как вы тут решаете. Возвращайтесь, Галина Николаевна. Ты установил участников группы? Не получится. Они пользуются специальным оборудованием и спецбраузером, который гарантирует анонимность в сети. То есть что, совсем без шансов? Браузер формирует цепочку зашифрованных соединений для того, чтобы серверить, не оставляя следов. То есть тебе слабо вычислить каких-то недоумков в интернете, да? Ну, это так называемый Даркнет, черный интернет, который позволяет заказывать убийства, покупать фальшивые документы, наркотики, все относительно безнаказанно. Ну, а, скажем, вот хотя бы того оленя, который выложил видео в свободный доступ в интернете, что тоже не достать? Ну, это единственная зацепка. Пользователь выходил в сеть через анонимайзер и зашифровал IP-адрес, но шансы есть. Что у тебя? Архитектура начала 19 века. Городской дом или дворянская усадьба в плачевном состоянии. Таких зданий десятки, если не сотни. Кирпичи у стены, стремянка. Скорее всего, там идет ремонт или реконструкция. Это сузит круг поиска. Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Эдуард Владимирович, что с вами? Легионы бесов кругом. Что делать будем? Я был в больнице. Тяжелый перелом. Раньше к вам приехать не мог. Вы нас узнаете? Да, вы сексот. Вы меня аппаратом облучали. Я ваш адвокат. Калинин Дмитрий Алевтинович. Алиса Алевтиновна. Моя стажерка. Вы помните, за что вас задержали? Да я свободен, я могу хоть час уйти. Тише, присядьте. Вас задержали в подозрении в контрабанде наркотиков. 5 килограммов кокаина. Да,
Но вы успели куда-то спрятать сумку. Вы помните эти события? Меня черти, хвостами били. О! О! И снова явились. О, черти! Никуда от них не денешься. О, черти! Все ясно. Уходим отсюда. Дима. Уходим. Ой, черти, кругом. Кругом черти. 5 дней назад кто-то вскрыл замки. Но заявлять не стали, потому как ничего не пропало. Место преступления мы нашли. Выгоняй публику. Так, граждане-строители, я вас убедительно прошу покинуть помещение. Проводятся следственные мероприятия. Не найдем мы здесь ничего. Все затоптали, перетоптали. Такое впечатление, что сам дьявол им помогает. Что наверху, то и внизу. Что внизу, то и наверху. Это там заклинание бормочет, чтобы духов света нам на помощь призвать, да? Неверно. Это великая аксиома, описанная еще Платоном. Судя по меткам, камеры висели где-то здесь. Ну, это если их на клей лепили, а если на липучке? Есть. Есть пальчики. Сотрудники ФЭС расследуют смерть молодой девушки. Ее тело было обнаружено на городской свалке. В результате сильного приступа страха у нее случился инфаркт. Предполагают, что она стала жертвой розыгрыша пранкеров. В сети гуляет ролик, на котором девушку якобы должны принести в жертву. За розыгрышем стояла пранкерская группировка «Славные ублюдки». Эксперты находят усадьбу, где проводили розыгрыш, и обнаруживают там отпечатки пальцев двух мужчин. Что это? Кто это? Валь, оба подозреваемых мертвы. Со вчерашнего дня они находились в районном морге. Их нашли на другой свалке. И также без каких-либо внешних повреждений. Ясно, не будут терять времени. Я ее нашел все-таки. Я вычислил компас, который в записи лили на видеохостинг. Это владелец компа. Так, Ведерников Виталий Андреевич, 19 лет, студент. Вот эта девушка кто? Бывшая. Олесим. Лужко. Но я с ней завязал. Завязал? Что ж ты с такой гарной девчиной Олесей завязал? Разлюбил? Да потому что дура она. А что, она опять что-то натворила? Украла чего? Давай я вопросы буду задавать, да? Где она сейчас? Может быть, на кастинге. Может быть, на фотосессии. Может быть, в телек сидит, пялится дома. Может, она новую одежду себе пошла покупать. Может, парфюмерный. На вот, видео посмотри. Что скажешь-то вообще? Ну, ты учти, мы-то все знаем. Она с моим лучшим другом переспала, вот. Я ее и заказал. Заказал. Так, кто исполнитель? Я не знаю, я вышел в интернете на посредника, а он уже сказал только оплатить. Мне только деньги требовались. И сколько заплатил? 3 косаря баксов. Копейки. Ну, что-то как-то дешево за убийство. За какое убийство? Я ее не убивал, это розыгрыш был. Так, давай-ка ты мне сейчас напишешь, где ты заказывал розыгрыш, сайт, посредника. Да вы понимаете, что я один знал, что ее разыгрывают. А эти клоуны взяли и написали, что если мы соберем нужную сумму, они ее реально замочат. Пиши. Смерть обоих мужчин наступила от отравления ядом рыбы фугу. Но рыбу, как я выяснила по содержимому желудка, они не ели. Видимо, он был выделен из этой рыбы и добавлен в какое-то питье или, может быть, другую пищу. Он намного сильнее цианистого калия. Для смертельной дозы его нужно совсем чуть-чуть. Выходит, это видео не фейк, и оно действительно отразило картину смерти. А что у них вокруг губ? Это кровь. Они все пили перед смертью кровь петуха. Может быть, яд был в ней? Давай-ка проведем экспресс-тест на нейротоксин. Угу.
Черные петушиные перья. Замерли все. Федеральная экспертная служба. Спокойно, ребят. Без паники. Ну-ка. Падалью питаться вредно, джентльмены. Никакая дезинфекция вам не поможет. Знаешь его? Нет. Этого видел? Никогда. А чего меня вообще задержали, а? Она что, на меня опять заяву накатала? Во, маромойка. В соответствии со статьей 53 УПК РФ прошу произвести медицинские следственные мероприятия на предмет освидетельствования телесных травм у Мышкина Эдуарда Владимировича и оценить степень их тяжести. Так, а что нам делать с запиской? Из меня пытались выбить показания, симулирую, тогда не бьют. Знаешь, я приложу ее в семейный архив. У отца столько жертв этого насилия перед глазами прошло. Кстати, на досуге я тебе советую почитать его дневники. А почему Мышкина пытают? Ну, видимо, менты решили поживиться. 5 килограммов кокаина — все-таки хорошие деньги. А подельник Мышкина? Подельник точного места не знает. Из него удалось выбить только ориентировочное место — деревню Снегири. Все дома там обыскали, но сумку-то так и не нашли. И тогда в ход пошли непроцессуальные методы воздействия на подследственного. Вот именно поэтому отец считал, что все клиенты априори жертвы. Понимаешь, нет воров, убийц, насильников, а есть только жертвы карательной системы. Молодец. Я жалобу распечатала, я могу идти? Возьми, пожалуйста, мои ключи от машины, отвезешь меня в прокуратуру. Слушай, я хотела... Я — последняя буква в алфавите. Гуляют бездельники. А у нас с тобой война по расписанию. У тебя всегда война по расписанию. Ираклий Латаладзе и Зураб Сатурия. Бывшие спортсмены. Работали в мутном-примутном автосалоне. Имели судимости за угон автомобилей. Они участвовали в розыгрыше. Изображали слуг дьявола. Значит, они тоже пранкеры? Да, у них в компьютерах были десятки роликов с их участием. Сейчас отрабатываем их контакты. Но, судя по всему, у них были левые телефоны для связи по особым делам. Убиты 5. 2 у нас. Значит, где-то должны быть еще 3 трупа. Надо их найти. Что за черт? Ты чего чертыхаешься? Антонов утверждает, что яд был в крови петуха. Этот петух вот сейчас на стол подавай. Ну, может, Круглов ошибся? Петух не тот? Ребят подтвердили. Птица была найдена на территории усадьбы. Таких совпадений просто не бывает. Скорее, мы что-то не догоняем. Слушай, а ведь логично. Петух не мог быть отравлен. Когда ему резали горло над чашей, он был жив. Резали горло? Яд стекал в чашу. Это мысль. Вот. Теперь мы можем восстановить картину преступления. Злодей обмазал перья ритуального петуха ядом. Кровь стекала по шее птицы и попадала в чашу уже отравленной. Актеры погибли от яда, а девушка от страха. Убийцы или убийцы вывезли тела? Между прочим, некоторые из которых мы до сих пор не обнаружили. Найдем. Ориентировки разосланы. Во всех странных трупах и отравлениях нас немедленно оповестят. Не каждый день в Москве народ ядом рыбы фугу травится.
Что это? Такое! Это пранк. Розыгрыши. Ничего противозаконного в этом нет. Кто эти люди? Как ты попала в их компанию? Успокойся. Это мои друзья. Я тебе сейчас все объясню. Чем они живут? Где они работают? Господи, мы юристы в пятом поколении. Что бы сказал отец, если бы был жив? А это какое-то дно, быдло, сброд! Этот сброд может купить себе все, что захочет. Ты даже не представляешь себе, какие это люди и что у них за связи. Это подонки! Подонки! Кто их пускает в торговый центр? Куда смотрит полиция? Это их торговый центр! А, ясно. Значит, богачи издеваются над бедняками. А ты у них на побегушках. Не смей так говорить! Не смей! С ними прикольно. Они умеют веселиться, а не только горбатиться днем и ночью. На сегодняшнее утро установлены все 5 жертв отравления нейротоксином. Личности установлены, все они входили в сообщество пранкеров. Для связи друг с другом они использовали левые сим-карты. Телефоны в этот момент неактивны. Я вышел на посредника, через которого был заказан розыгрыш с жертвоприношениями, и я уже отослал ему новый заказ. На кого? Оксана? Пришлось создать левую страничку в соцсети. Я типа управляющая магазином из Новосибирска, приехала в Москву в поисках новых впечатлений. А я типа представитель обиженного трудового коллектива магазина. Заказал запереть ее в холодном сыром подвале на всю ночь, голую, сверху, чтобы ходили люди, обсуждали, что с ней дальше делать. А внизу, чтобы стали скрытые камеры и снимали все это безобразие. Очень креативно. Деньги просят вперед. 50 тысяч рублей. Нужна ваша виза. Ладно, пойдем в бухгалтерию, распоряжусь. Надо же. Ну надо же. А вот это вот ничего. Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Как здоровье? Лучше. Бесы больше не беспокоят? Следователя заменили. Начато внутреннее расследование. Я подрезал хвосты вашим бесам. Спасибо. Да пока что не за что. Завтра истекает 2 месяца с момента вашего ареста. Прокурор будет ходатайствовать о продлении. Но оснований нет. Нет улик, что вы с Зотовым перевозили партию наркотиков. А как же показания Зотова о том, что была сумка? Ну, они были получены с нарушением закона и силы не имеют. А то, что нашли у меня на кармане, с этим что? 1 грамм амфетамина? Будем настаивать на том, что вам его подбросили. Пальчиков на пакетике ваших нету, так что все в порядке. Только прошу вас без глупостей, а то поедете в буйную палату прямо из зала суда. О, снова явился! О, прыгает, клыкастый! О, вон он! Шутка, гражданин адвокат. Розыгрыш. Смешно. Thank you.
ФС расследует смерть модели Олеси Грушко. Выясняет, что девушка стала жертвой розыгрыша пранкеров. Бойфренд Олеси заказал ее, чтобы отомстить за измену. От сильного испуга у нее случился инфаркт. Однако все, кто принимал участие в розыгрыше, умерли от отравления ядом рыбы фугу. Отравитель либо сам участвовал в розыгрыше, либо его организовывал. Эксперты делают пранкерам новый заказ. Менты на хвосте. Уйдем. Поздно. Договоримся. Бабло побеждает зло. На выход. Руки! Ребята, вы чего? Это же шутка была, а? Ребята, вы это не... Николай Петрович! Ну, вы не понимаете, что ли, а? Ну, пошутили и хватит, все. Самойлов Олег Александрович, 24 года, кличка Бригадир. И Кирсанов Денис Юрьевич, 25 лет, кличка Джокер. Высшее образование получили за границей. Самойлов числится в совете директоров банка, который контролирует его родители. Ну, должность это явно номинальная. А Кирсанов вообще нигде не работал. Везет же некоторым. Не так у них все и благополучно. Травлей занимаются подростки в школах, чтобы повысить свою самооценку. А у взрослых людей это признак духовной нищеты. Мы не знали, кто это. Нам сказали, какая-то лохушка с Урала. Обычная. А над обычными можно издеваться и запугивать? Но это же весело! Это прикольно! Похищение сотрудника тянет лет на 7. Предлагаю сделку. Этот эпизод мы попытаемся забыть. Вот это прикольно. И ФС у папы связи есть. Ты меня не понял. Я твоего папу знаешь, где видал? Догадываюсь. Ты пойми, я, конечно... Могу тебя вывести из этого дела, последний эпизод с похищением, но ты мне должен кое-что рассказать и объяснить. Вот, про этих двух. Узнаешь? Курятина притихла. Чувствует костлявую. Цып-ц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 ып. Так, костюмы, свечи, камеры. Все взяли? У меня все. Проходим, господа. Пойдем, цыпа, пойдем. Оба. Девушку кто похитил? Никто. Она сама пришла. Мы договорились с ней за деньги. Она знала, что видео для ее бывшего парня. Они врут. Грушко похитили и привезли в багажнике. У нас в камере каннибал сидит. Кусаться любит. Будешь врать, я вас познакомлю. Ладно, ладно. Мы ее похитили. Но это же все не всерьез. Да, только девушка об этом не знала и умерла от сердечного приступа. Там все наперекосяк пошло. Все погибли. Пацаны, все супер, закругляемся! Хорош! Все, снято, ребята, лайки, пучки!
еще лайков давайте. Эй, пацаны. Не смешно уже, ребята, вставайте. Хорош прикалываться. Это не смешно, ребята. Мы развезли тела по разным свалкам, убрались там. А чего они умерли-то? От яда отравили их. Яд рыбы фугу. А, ну мы так и подумали. Мы же в кабак заезжали перед делом. Траванулись там, наверное. Общепит здесь ни при чем. Отравил либо ты, либо твой приятель. Или с вами кто-то еще был? Никого, только мы вдвоем. Галина Николаевна, они никак не могли быть одни. С ним всегда оператор был. Пранкеры всегда снимают свои действия на видео. Оператор должен быть в их контактах. Вот он. Точнее, она. Запеленгуй ее телефон. Ку-ку. Опа. Так, быстро проверяй и уходи. Какая ты скучная. Может, мы лучше посидим где-нибудь? Хлопнем за здоровье твоего братца. Так бился за меня, как лев. Я даже растрогался, слезу пустил. Сказал, что буду обязан ему по гроб жизни. Как договаривались, один пакет мой, я его уже взяла. А десятый? А где десятый? Ну мы же... Где пакет? В бардачке. Доставай. Вот, молодец. Убери нож и уходи. Поехали. Убери нож и уходи. Поехали прямо. Куда? Ну! Там в сумке наркотики. Он взял меня в заложники, он хотел меня убить. Что я убью? Все, в лесу. Весенним брода нет. Давай сюда, выползай, руку. Давай, 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 ты утонешь. Я в весеннем лесу пил березовый сок. Мышкин, а вы где наркотики взяли? Легионы бесов кругом. Что делать будем? Что делать, что делать, что делать? Я думаю, что против легиона бесов может помочь только два легиона светлых сил. Ты, дружок, наверное, просто не совсем понял, куда ты попал. И вот тебе сейчас вот этот флакон галоперидола, вот этот полный бачок затолкай, ты у меня везде бесов будешь видеть. Понял меня? Рот раскрыл! Давай! Пошутил я! Пошутил! А я тоже посмеялся. Ой. Фух. Я тоже посмеялся. Давай сам начал рассказывать. Ну, короче, мы с корешем везли товар. За час до Москвы нам стукнули, что, мол, на вокзале встреча готовится. Мы сошли раньше. Я спрятал в деревне заброшенном колодце сумку. Так, а барышня какое к этому имеет отношение? Сестра адвоката. Она мне услугу оказала. Ну, кореш, мы его пытали. Где товар? Ну, он раскололся. Сказал, что деревня Снегири. Про колодец-то он не знал, сумку я один прятал. Ну, менты взяли собак, поехали на место. А он мне записочку передал, мол, пытались, сознался, то-се. А этот адвокат, значит, съездил, сумку забрал? Нет, я позвонил, он был в больнице. И к телефону подошла сестра.
Да, я слушаю. Зачем? Зачем ты ему помогал, этому конченному, деклассированному подонку? Зачем? Ты же сам говорил, что нет насильников, воров и убийц. Есть только жертвы карательной системы. А еще дело в легких деньгах. Сколько стоит полкило кокаина? Как ты могла так опуститься? Но ведь это же статья! Ну, вообще-то, вашу сестру обвиняют в убийстве 6 человек. Это не смешно. Или что, в ФЭС тоже висяки девать некуда? На муляже черепа ваши пальчики. На вашей одежде следы яда рыбы фугу. Связь с этими людьми доказана. Все они входили в состав пранкеров, так же, как и вы. Что они вам сделали? Я хотела убить только его. Молчи, молчи, прошу тебя, ни слова больше. Я не глупее тебя. Вы оформите мне явку с повинной? В случае полного сотрудничества. Его зовут Ираклий. Он шантажировал меня. Он узнал про кокаин, который я накануне забрала из снегирей. Давай быстрее. Жми, жми! Походу, нас преследуют. Кто это? Посмотри. Это один, которого мы вчера в лифте разыграли. Который ударил тебя, черный, с бородой. Дебила. Шуток не понимает. Нас выследил. Сейчас он мне за все заплатит. Давай ближе. Чего они хотят? Чего-чего? Разыграть они нас хотят так же, как мы. Да как ты можешь сейчас шутить? Мне страшно! Много денег. У меня очень много денег. Только не убивайте меня. Откуда пожалуйста. У тебя деньги? У меня есть 5 килограмм кокса. Кокса? Только сумка в другой машине. Только не убивайте меня, пожалуйста. Я все отдам. Это пранк, детка! Ты купилась! А, красава! Ираклий! Ираклий, наш чувак, слышишь, купилась! Пранк! Мы с ним договорились, и он подставился. А, красава, детка, купилась. А, да. Кокс, говоришь. Где твоя машина, детка? Кокс придется отдать. Мне или ментам? Мне, конечно, лучше. Тем же вечером был назначен розыгрыш с сатанистами и петухом. У меня не было выхода. Я не могла отдать порошок. Нас бы убили за него. Нельзя. Нельзя кормить волков. Они догонят и сожрут тебя. Или станешь одним из них. Уходи. Ты опозорила нашу фамилию. Меня попрут из адвокатов. Уходи. Извините.
вызывали, Галина Николаевна? Да, Игорь. Проходи, присаживайся. Знакомься, это главный редактор газеты «Клавдинские новости» Наталья Марковна Синегорская. Капитан Шустов. Очень приятно. Ну, Наталья Марковна, расскажите еще раз, что у вас там произошло с самого начала. У нас в области новый министр по делам молодежи, спорта и туризма Юрий Фролов. И вот на прошлой неделе я нашей внештатнице Ольге Веслаковой поручила написать о нем статью. А и 3 дня назад она пропала. Что делаешь? Галина Николаевна велела пробить по базам одну журналистку, она вроде как пропала. Веслакова Ольга Валерьевна? Не слышал. И чего с ней? Исчезла. Ее мобильный последний раз 3 дня тому назад находился в Клавдинском районе, там и отключился. Ольга должна была предоставить промежуточные материалы. Я всегда очень жестко контролирую внештатников, они жуткие разгильдяи. И вот она не появилась, хотя на нее это совершенно не похоже. А родственники? А она живет отдельно от родителей. Но у меня есть телефон, я им позвонила. Они не в курсе, но приехали, открыли квартиру, а там... Беспорядок. Да нет, как раз порядок. Только нет системного блока от компьютера. Хотя монитор на месте, и все провода тоже. И вообще во всей квартире нет ни одного носителя информации. Ну, так же не может быть. В полицию обратились? Да, обращалась. Они приняли заявление о пропаже Ольги. А об ограблении нет. Сказали, что должна писать заявление сама хозяйка. А вдруг это она сама все забрала? И вы полагаете, что исчезновение Ольги как-то связано с ее профессиональной деятельностью? Я боюсь, что она откопала что-то неприглядное министре. Хотя раньше, когда он был замглавы Клавдинска, мнение о нем было очень хорошее. И Ольга, кстати, о нем уже писала. У нее есть какие-то связи в его команде. Ну, собственно, поэтому я поручила ей этот материал. Я нашел один очень подозрительный контакт пропавшей журналистки. Из вражеского посольства? Нет. Просто человек, на которого был номер оформлен, потом скончался. Телефон в сети? Выключен. Вообще включался довольно-таки редко. Только для созвона с Веслаковой. Может, это ее секретный информатор? В администрации президента Трампа? Или в областном министерстве по делам молодежи, спорта и туризма. Она об их новом министре материал готовила. О Юрии Алексеевиче Фролове. Это явно круче Трампа. И чего об этом министре известно? Ну, кроме того, что у него рано умерла мать, что он с 5 класса учился в школе-интернат МЧС, ничего особенного. В декларации на нем числится 2 автомобиля и квартира, ну, наполовину с женой. А какое он отношение имеет к МЧС, кроме школы-интерната? У него отец всю жизнь проработал в МЧС. Недавно вышел на пенсию по выслуге лет. Образцовый министр с образцовой биографией. Зачем ему журналистку похищать? Серега, а вот тут у журналистки явно стоял системный блок, судя по пыльному контуру. Но теперь его нет. И забрали его совсем недавно. Слушай, а подобные клочья пыли я, кстати, в коридоре видел. И на ручке двери, кажется, тоже что-то зацепилось. Не служба, а службу собери. Да, думаю, это пыль системного блока Веслаковой. В перемешку с сахарной пудрой и крошками глазури. Ну, похоже, девушка любила за работой есть пирожные. Держала их на системном блоке. Вот крошки там и оседали вместе с пылью. Частицы этой пыли вместе с крошками обнаружены на полу около стола, на входной ручке и выключателе прихожей. Тот, кто забирал блок, стряхнул с него пыль, она осталась в руках, а с рук попала на ручку и выключатель. Свежие следы в квартире принадлежат только этой редакторше Синегорской и родителям Веслаковой. Их немного. Следы Ольги везде, но им несколько дней, и пыль лежит поверх них. Видимо, тот, кто забирал блок, был в перчатках. Но чего журналистка могла откопать? Ты посмотрел, что там в интернете? Она интересовалась финансовым положением Юрия Фролова и его родственников. Ну, ты говорил, там квартиры, 2 машины. Это только у Юрия и его жены. А вот отец Юрия, это который бывший МЧСовец, у него торговая фирма. Ольга это выяснила, нашла налоговую, в которой фирма зарегистрирована, и собирала о ней информацию. О, вот так пенс. У него тут оборотов на десятки миллионов.
ФС обращается главный редактор газеты «Клавдинские новости» Наталья Синегорская. Она сообщает, что исчезла журналистка Ольга Веслакова. Ольга готовила материал о новом областном министре по делам молодежи, спорта и туризма Юрии Фролове. Из квартиры Ольги исчезли все носители информации. Оказывается, отец Юрия, скромный пенсионер Алексей Фролов, владеет фирмой с многомиллионным оборотом, и Ольга об этом узнала. Странно. Смотри, мобильный отца министра практически всегда недоступен. Лишь иногда появляется в сети на границе зоны покрытия. Как он может вести такой активный бизнес? Надо запросить в банке данные о фирме Алексея Фролова и о том, кто фактически управляет счетом его фирмы. А это что еще числится на отце министра? Дорогая недвижимость? Да какая же она дорогая. Участок земли, маленький домик, ага, заброшенная деревня. Но Веслакова его искала. Клавдинский район. Как раз там, где мобильный МЧСовец выходил в сеть. Похоже, он там постоянно живет. Смотри-ка, Веслакова искала расписание электричек в ту сторону. Я думаю, что она наверняка заподозрила, что новый министр скрывает свой бизнес, оформив его на своего отца. И собиралась туда съездить, поговорить с папашей. Как раз перед тем, как исчезла. А может, она до сих пор там? Или не доехала. В любом случае, надо заниматься этим пенсионером плотно. Придется операм завтра в Клавдинск ехать. Спасибо вам. Всего доброго. О. Ну и что говорят соседи? В этой квартире Фролов не живет с тех пор, как жена его умерла. Два раза в год, в день рождения, в день смерти, приезжает на кладбище, а сам живет на хуторе в лесу. А это что за мужик? А я нашел его бывшего сослуживца. Он говорит, что Алексея Сергеевича на работе очень уважали. Но в последние годы он конфликтовал с начальством, ну и его ушли на пенсию. Понятно. Ну что, нам надо на хутор ехать. Давай. Среди контрагентов компании Алексея Фролова мелькает пара офшоров и несколько фирм-однодневок. А все управление счетом осуществляет по генеральной доверенности жена Юрия Фролова, Тамара. Так что министр с супругой скрывают от широкой общественности свой немалый бизнес. И им очень не хотелось бы, чтобы это всплыло. Иначе карьере министра будет кирдык. Изучите подробно схему работы этой фирмы. Нужно понять, использует ли Юрий Фролов служебное положение в личных целях. Я смотрю, кто-то недавно приезжал на хутор к Фролову. В обе стороны следы. Ага. Ну, кстати, для такой дыры дорога весьма приличная. Тут понятно, ездят-то мало. Считай, что почти не ездят. Кстати, а у старшего Фролова же машины вроде нет. Интересно, как он просто до города добирается. Думаю, электричкой. Тут до платформы от деревни километров 8. Ну и от хутора до деревни еще 2. Алексей Сергеевич! Алексей Сергеевич! Может, в доме? Алексей Сергеевич! Походу, здесь кто-то рылся. Меня интересует, где сам хозяин. Да. Но я не здесь. Что это? Крови немного. И что делать будем? Чё-чё. Надо присмотреться. Я на улицу. Смотри-ка. Здесь что-то волокли. Или кого-то. Похоже. Смотри, какая сепочка интересная. Похоже на кровь? Похоже. Сейчас проверим. Хотел нашим сообщить, а связи нет. Чё ты хотел, дыра такая? Сейчас из машины спутниковый тебе принесу.
Да, Серега, понял. Попробуем выявить, кто туда ездил. Ждем ваши улики пока. Короче, Алексей Фролов тоже пропал. На хуторе следы крови, на дороге следы машины. Кто-то туда приезжал. Если у этих визитеров были включены мобильные, то они должны были исчезнуть из сети в ближайшие сотни. И потом снова проявиться. Я не думаю, что туда много народу в лес ходит. Деревня-то заброшена. Вот. И по времени подходит. Посмотри, кто это. Михаил Викторович Тарасов, 62 года, пенсионер. Регистрация в Клавдинске, судимости и приводов не имеет. А посмотри его созвоны. О, он тут последние дни в полицию звонил. Ты смотри-ка. Первый звонок после того, как он исчез и вновь появился в той соте. Тамаре Геннадьевне Фроловой. Это же жена министра. Алло, Юр, это я. Пыталась войти в интернет-банк, он меня не пускает. Я им звоню, говорю, что за дела. А они мне ваш пароль сменили. Михаил Викторович, вы же Михаил Викторович Тарасов? Да. Здравствуйте, мы из Федеральной экспертной службы. Капитан Шустов, майор Майский. А, вы, наверное, насчет машины. Ну что, нашли хоть концы какие-нибудь? А то у этого дознавателя я ничего дознаться не могу. При каких обстоятельствах? Да я уже все рассказал. Она стояла именно здесь. Я собирался ехать. Я положил сумку, отошел по делам. Прихожу, машины нет, сумки нет. А в сумке у меня документы, понимаете, у меня там права. У меня там все. Михаил Викторович, скажите, когда вы последний раз покидали город? А, город покидал. Ну, когда вы из... Клавдинска. Из Клавдинска выезжали. А, я уже полмесяца никуда не выезжал. Как насчет машины? Садитесь. Вам придется с нами проехать. Ага. Так, в доме на хуторе у Алексея Фролова три группы отпечатков. Наибольшее количество, как показывает база МЧС, это его собственные. Ну, значит, у нас есть образец его ДНК. Это хорошо. Не придется его сынулю ставить в известность раньше времени, что мы ими интересуемся. Вторые отпечатки принадлежат Ольге Веслаковой. Угу. И кровь с бинтов принадлежит ей же. Я так понимаю, она там была и была ранена. А вот во дворе кровь самого Алексея Фролова. Значит, напали и на него. Получается, исчезли два человека. И, судя по всему, их или похитили, или убили. Одни и те же люди. Третья группа отпечатков самые свежие. В СБ и в бане принадлежат они Тарасову. Соврали вы нам, Михаил Викторович, что уже полмесяца не покидали Клавдинск. Совсем недавно вы были на хуторе Алексея Фролова. Ну и что? Ну, мы с Лехой друзья. Ты ездил к нему там попариться несколько дней назад. Какое это отношение имеет к угону моей машины? А мы не занимаемся угоном вашей машины. Мы занимаемся исчезновением Алексея Фролова. И речь идет, скорее всего, либо о похищении, либо об убийстве. Так что вам придется рассказать все о вашем с ним общении. Ну, значит, понимаете ли, я специально с ним сдружился, с Лешем. Ну, с Лехой, то есть. Просто мы его так называем. Он живет в лесу, как Леший. Кто это мы? Ну, это я, Тамара Фролова, его невестка. Она волнуется, он там один, связи нет. Лес. Вот она дала мне задание за ним присматривать. Откуда вы ее знаете? А, Тамара, ну у нее же была фирма в Клавдинске, что я там подрабатывал. А тут она звонит, мол, съезди там денька на 3-4, посмотри, не будет ли кого-нибудь из гостей. Какие гости пожаловали! А, Леший! Привет, Миша, привет! Ну, как ты тут? Видишь как, тихо! Тихо. Спокойно, как всегда. Ты-то как? Да чё как, достало меня в этом городе. Чё? Грусть, тоска, я вот решил тебя проведать. Ну, правильно, правильно. Значит так, сейчас грусть, тоску уберем. Уберем. Потом я затоплю баньку, потом постреляем. Ну, в общем, пошли, пошли! Так, чайку. Я сейчас принесу чашки. Подожди, давай я тебе помогу. Сиди, ты же гость. Чё вдвоём мотаться? Я быстро? Быстро. Ну, давай.
Алло. Алло, Тамара Геннадьевна. Тамара Геннадьевна, на нас напали. Да, мою машину угнали. А, и леший у них. Да, алло. Алло. И вот и все. Просто она велела мне помалкивать до выяснения всех обстоятельств. А на хуторе вы больше никого не видели? Нет. А эти, наверное, так пешком из леса подкрались, чтобы их не слышно было. Увидели мою тачку, поняли, что кто-то есть. Но я-то им без надобности. Вот они тачку-то угнали, чтобы я за ними не поехал. Я, само собой, написал заявление об угоне. ФЭС расследует исчезновение журналистки Ольги Веслаковой. Ольга готовила материал о новом областном министре Юрии Фролове. Она установила, что отец Юрия, Алексей Фролов, владеет фирмой с многомиллионным оборотом. Фролов-старший – скромный пенсионер, практически постоянно живущий на заброшенном хуторе. Приятель Алексея, Михаил Тарасов, утверждает, что Алексея похитили. Если Тарасов не врет, то гонщики на его машине обязательно должны были засветиться на железнодорожном переезде. В объезд по полю машина Тарасова просто не пройдет. А на станции есть камеры, запросим запись. Я понял схему работы фирмы Фроловых. Через его фирму прокачивали бюджетные деньги Клавдинского района и области. Ну, на всякие там спортивные и молодежные мероприятия. Погоди, а почему их раньше не отследили? Она никогда не выступала подрядчиком. Ее вскрывали в цепочке взаиморасчетов. А денежки-то на руках оседали. Также фирма Фролова является учредителем офшорных компаний и владеет заграничной недвижимостью. Ого. Так отец мог и не догадываться, какие делишки крутятся на его фирме. И если бы узнал, то непонятно, как отреагировал бы. А он, кстати, мог узнать от журналистки. И тю-тю денежки, и недвижимость. Чем тебе не мотив убийства обоих? Послушайте, ну это же бред какой-то. Вы уверены, что это был точно он? Понятно. Спасибо. Тамара Геннадьевна? Вы кто? Федеральная экспертная служба. Майор Майский, капитан Шустов. Хотели бы задать вам пару вопросов по поводу деятельности фирмы Фролова Алексея Сергеевича. Присаживайтесь. Спасибо. Благодарю. Мне кажется, что вопросы о его фирме лучше задать ему. Ну, зачем же скромничать, Тамара Геннадьевна? Мы в курсе, что он является лишь номинальным владельцем фирмы. А на самом деле руководите вы. И потом, он исчез. И у нас есть все основания полагать, что это похищение. Что? Кто исчез? Какое похищение? Он сегодня утром лично явился в банк, отозвал мою доверенность, поменял все пароли. Я теперь собственными деньгами не могу распоряжаться. Извините, Галина Николаевна, мы получили подтверждение из отделения банка в Клавдинске. Гендоверенность на Тамару Фролову действительно была отозвана сегодня Алексеем Фроловым. Это уже после того, как они предоставили документы по фирме по нашему запросу. Запроси записи камер их наблюдения. Если Фролов был там лично, то получается, что к его исчезновению Тамара Фролова и Михаил Тарасов не причастны. Послушайте, у меня было успешное агентство. Тут Юру пригласили в администрацию, а там, ну вы же знаете. В декларации просят указать супруга. Вот мы и переоформили агентство на Юриного отца. Понятно. Но тем не менее вы ему не доверяли. Ведь попросили Тарасова за ним присмотреть. Я смотрю, вам не зря зарплату платят. А что мне было делать? Седина в бороду, без в ребро. Приберет его к рукам какая-нибудь сообразительная. Скажите, а зачем вы на днях поручили Тарасову пожить у вашего свекра? Да это все из-за того, что Юру назначили министром. Пробивает его местная верхушка. Дня три назад мне шепнули, что им интересуется какая-то газетенка. А что вам Тарасов докладывал? Донес какую-то чушь. Что у него машину угнали, что на них напали, что Юриного отца похитили. Я же вам говорю, его никто не похищал. А еще о ком-нибудь Тарасов упоминал? Нет, кроме Юриного отца, он там вообще никого не видел. Тамара, ты занята? Юр, это... товарищи из Федеральной экспертной службы. Ищут Алексея Сергеевича. Это мой муж, Юрий Фролов. Очень приятно. Я и сам собирался уже идти в полицию. С моим отцом происходит что-то непонятное. В
Пришли записи камер с банка. Да, это Алексей Фролов. Похоже, торопится. Кстати, а что у него с пальцем на левой руке? Вроде замотан. Главное, что он один, не под принуждением. Может, конечно, его снаружи ждали. Куда это он торопится? В том направлении, только Клавдинский железнодорожный вокзал. Там тоже есть камера наблюдения. Запрашиваю записи. Да, это мой отец. Его одежда. Выходная. Он держит ее на хуторе и надевает, когда едет в Клавдинск. Я тебя предупреждала. Вот он нам устроил. Нет, 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 здесь что-то не так. Он сам бы этого не сделал, иначе позвонил бы мне первому. Но телефон у него недоступен. Его заставили. Я знаю своего отца. Да откуда ты его знаешь? Ты его последние 20 лет 2 раза в год по праздникам видел. А кто там у него еще? Не по праздникам. В день рождения и день смерти мамы. И у него нет там никого, и быть не может. В общем, с моим отцом случилось что-то неладное. Что узнали по Алексею Фролову? Был он на вокзале? Да, он есть на записи камеры в кассовом зале. По номеру кассы и времени мы узнали, до какой зоны покупал билет. Такое впечатление, что он поехал обратно на хутор. Его платформа как раз в этой зоне. Или на любую другую станцию в этой же зоне. Нет, он точно поехал на свою платформу. Откуда такая уверенность? А это объясняет, почему он торопился. Смотрите, в электричках перерыв, да перерывались еще 2 более поздние электрички. Однако они проходят его платформу без остановки. Он торопился именно на ту, которая останавливается. Понятно. Еще бы понять, где он был все это время. А может, он там и был? Где там? В деревне рядом со своим хутором. Машина Тарасова через переезд не выезжала, на камере ее нет. Так у него выбора не было. Это же не вездеход, там больше ни день проедет. То есть машину можно было спрятать только в этой заброшенной деревне? Дальше. 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 Пусто. Давай дальше. Дальше. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Тут, кажется, есть чуть назад. Смотри, смотри, смотри. Есть двое. И журналистка с ним. Ну, почему журналистка сразу? Может, вообще не они, может, бомжи какие? Сейчас проверим. Машина Тарасова. А ты говорил, бабушка. Пошли. Стой! Стой, Родион! Стоять! Федеральная экспертная служба! Ты как? Не попали, но было рядом. Алексей... Сергеевич я. Вот-вот, Алексей Сергеевич. Я это и хотел сказать. Куда вы шмаляете? Не глядя, а? Так может человек попасть? Вот меня чуть не попали. Ребят, давайте проводите машину Алексея Сергеевича. Серега. А вот Ольга Валерьевна. Все живы. Действительно. Только в больничку и все-таки надо, по-моему. Алексей Сергеевич, расскажите, что с вами случилось? Мы вас 2 дня искали. Не, вы одни, поэтому я и прятался. А кто еще? Да не знаю. Это началось 5 ночей назад. Я услышал стрельбу в лесу, пошел. Смотрю, какой-то хлыщ в костюме. С пистолетом и фонарем бежит за девушкой. Она упала во враг. Ударилась головой. Хлыщ куда-то исчез. Я спустился, подошел и глазам не поверил. Вылитая Ирка в молодости, но моя жена покойная. Потом смотрю,
Так это у нее просто прическа такая. Ну, девушку я у себя спрятал. Проверил ее рюкзак. А там распечатки, а в них мои фотографии и всякая бухгалтерия. Ну вот. Очухалась, Ольга Валерьевна. Попей водички. Попей. Откуда? Откуда вы знаете? Что откуда? Как тебя зовут? Из паспорта твоего, там написано. А вот откуда ты меня знаешь? Я журналист. Пишу про вашего сына. А почему у тебя прическа такая? Ты всегда так ходишь? Нет. Это чтобы поговорить с вами. Но потом она призналась, что выяснила про меня много. И про Ирку. А прическа сделала такую же. Специально. Чтобы меня к себе расположить. А откуда она знала, какая была прическа у вашей жены? Да Юрка мой! Несколько наших семейных фотографий выложил у себя, сайт его министерства. Там о нем хвалебная информация. А она сказала, кто на нее напал? А она не знает. На нее в деревне напали, она в лесу пряталась. Ночью хотела меня найти, а ее, видно, недалеко от меня караулили. Но ко мне-то они не рискнули сунуться, а я их ждал. И что Ольге нужно было от вас? Информацию о фирме, которую Юрка на меня оформил. Меня тут в администрацию зовут работать. Ну что, попробуй. Не знаю, у Тамарки ведь бизнес, придется свернуть. А это более 20 человек останется без работы. А чё? Ничего придумать нельзя? Я ведь обязан ее вносить в свою декларацию. А переоформить? Да не, ей не на кого. У нее там такие родственнички. Ну, на меня можно оформить. А тут мне Ольга показала, что там с этой фирмой накручено. Нет никаких работников и не было никогда. Просто прокладка, бюджет пилить. Все деньги от его министерства шли. Да, выходит, своего сына я совсем не знаю. Сам виноват. Когда Ирка умерла, я весь в работу ушел, а он с бабкой был. О, с 5 класса я его отдал в наш интернат МЧСовский. Что выросло, то выросло. А что произошло, когда приехал ваш приятель Тарасов? Ну, произошло то, что никакой он не приятель. Ольга вот как почуяла. Говорит, не надо ему ничего о ней рассказывать. Ольга Валерьевна, а вы можете ответить на пару вопросов? Конечно. Меня обследовали врачи, со мной вроде бы все в порядке. Завтра должны отпустить. Ну, отлично. Ваш главный редактор, Синегорская, сказал, что у вас есть информатор. В команде Юрия Фролова. Ну какой информатор? Я просто умею общаться с людьми. А как вы поняли, что приятель Алексея работает на Тамару Фролову? Очень просто. Пока Ванька топится, постреляет. Я забыл уже взять прикладки. Она у Мишки в мобилке нашла номер Тамарки. А накануне был звонок от нее, значит, с Ольгой не получилось. А ко мне им, видно, запретили лезть. Ну вот, Тамарка и направила своего стукача ко мне проверить. А я решил их запутать.
Подожди. Ты потерпи чуть-чуть. Тут недалеко ехать. Мы прятались рядом, в деревне. Пусть думают, что меня похитили. Но кому в голову придет искать под боком? А я всех вижу. Ваших тоже видел, когда они на хутор приехали. А тот, который за Ольгой гнался, больше не появлялся. Вы сможете показать завтра то место в лесу, где его видели? Конечно. Вот. Здесь он шел. А вот отсюда светил вниз. Ух ты! Как же он туда не зашумел-то, а? Удержался там за что-нибудь? За дерево, например. Слушай, может, здесь что? Есть следы какие, а? Очень даже приличный отпечаток. Смесь потожировых, оружейного масла, грязи и перегноя. Тихо, ну, давай обрабатывай. Ничего себе. Бывший полицейский. Зацепин Дмитрий Леонидович. А сейчас он кто и где? Опа. Работает помощником Юрия Фролова. У нашего министра, похоже, личный киллер есть. Гражданин Зацепин, минуточку внимания. Вы задержаны. Мы из Федеральной экспертной службы. Вот ознакомьтесь с постановлением о досмотре вашей машины и обыске вашей квартиры. Ключи, пожалуйста. Ключи. А вы посчитайте пока. В багажнике машины Веслакова обнаружены свалявшиеся фрагменты крошки, полностью идентичные оставшимся в квартире Ольги Веслаковой. Значит, это Зацепин похитил все носители информации. Граждане понятые, обратите внимание. Обнаружен пистолет Макарова. В разобранном состоянии. А кроме пистолета в квартире обнаружены следы интимной близости вышеуказанного гражданина Зацепина с гражданкой Фроловой Тамарой Геннадьевной и с гражданкой, ты не поверишь, Веслаковой Ольгой Валерьевной. Наш пострел везде поспел. Вот, значит, как Веслакова добывал информацию о Фролове-младшем. А что? Очень удобно. Все довольны. И опять же, помощник министра контролирует, что там пишет журналистка. Только почему тогда Веслакова Зацепина не узнала, когда он в лесу на нее напал? Да не собирался я никого убивать. Ольга сама это все придумала. Что придумала? Разыграть нападение перед отцом шефа, чтобы втереться в доверие. Он же фактически миллионер. У его фирмы куча счетов в заграничных банках. Ну а как мы все это получим? Ну ты же сам сказал, что он мужик кристально честный. Когда он узнает, что сын с его женушкой держит, как лоха, за зиц председателя, он все эти деньги захочет отдать. Угу. В очень хорошие благотворительные фонды за границей и в России. А счета этих фондов ему подскажешь ты. Я уже все оформила. Гениально. Ну, признайся, сомневался во мне, да? Думал, кину. А как тебе это? Та-дам! Это первая часть твоей доли. Заграничные банки так просто не обналичить. Ну, я жду проявления восхищений.